Привет, ребята, меня зовут Антон, и мы продолжаем играть в Сюрвариум. Итак, мы сейчас находимся на карте школа, отлично. И да, я взял АКМ, кстати, мне кажется, или FPS реально улучшили. То есть, как-то игра раньше более тормознута шла, сейчас относительно нормально. Неужели два фрага снял? Нет, один всего лишь. Всего лишь один фраг. Офигеть, вот это бы уже скач. Самый натуральный же скач. То есть вроде бы не ожидал ничего, да? И как шмальнуло-то, как шмальнуло, ах. Бывает же такое. Бывает. И причем урон нам не нанесли нехило, я бы сказал. Это еще у меня тяжелая броня стоит. Поэтому более-менее легко еще. Мы этот урон с вами приняли, но все равно. Так, мы тут... Оу! Вот засранца. Все-таки прищучили, да? Прищучили, тваря. Ну ничего, ну ничего. Мы сейчас непременно отыграемся, и все будет круто. По крайней мере, я на это надеюсь. Так. Ну, карта мне нравится, такая прикольная. Джунгли бетонные. Это, конечно, вещь. Всегда была. Причем декорации классно подобраны. Все со стилем, с качеством. Так сказать. Опа-па! Да неужели это... Блин, вражина была прям передо мной, ёлки-палки. Бывает же такое, да? Ну ничего, зато мы с вами красиво начали. То есть, не сразу с фейла, а постепенно. Постепенно пофейлили. Ой-ой-ой. Сучара какая, а? Акман, Акман. Акман там, блин, сейчас начал забивать голы. Ну ничего, ничего, сейчас я постараюсь этого Акмана прищучить. Блин, еще бы, конечно, запихнули еще дальше нашего персонажа, чтобы вообще просто был пипец. Где это сучара? Это Акман. Акчмон. Акчмон. Так, этот кроет вход. Значит, его дергать нельзя. Опа-па. Так, вот активная перестрелка идет, мы в нее вмешиваться не будем по возможности. Только жалко то, что не показали, что я помог. А я реально помог. И это мне сейчас помогли, что ли? Получается, да, получается, мне сейчас помогли. Потому что фраги пока не засчитываются нифига. Так, этот чувачок. Ну что, погнали тара на вражескую территорию, что я могу сказать. Вообще жесть. Просто пипец. Со всех сторон. Прям как будто ветер из пуль. Вот это мощно. И давайте мы игру сделаем немножко потише. Звук. Звук. Общий звук. Давайте мы уменьшим. До 50, скажем. Вот, а то просто нереально громко. Я так думаю. Перебор. Перебор. Небольшой. Осторожно. Главное не разбиться. Но карта мне однозначно нравится. Веселая достаточно. Правда, долго на ней нужно фраги получать. Но все равно. Не отменяют все ее прелести. Надо быть готовым, что в любой момент вылезет противник. Особенно здесь. Место не самое лучшее. Не самое безопасное, скажем так. И нельзя забывать, что у нас тяжелая амуниция установлена. Поэтому... Мы кандидат номер один. Кандидат номер один. На чужой фраг. Так, эта скотина побежала в нашу сторону. Надо это знать. И мы сейчас постараемся эту падлу встретить.
Я, конечно, уже буду готов. И это падло уже покоцанное, поэтому... Возможно, мы что-то сможем изменить, но это пока еще не точные сведения. Но вполне реально, вполне реально. Так, по-моему, где-то здесь эта сволота была. Сейчас, сейчас, сейчас. Все, все возможно, всякое возможно. Мы же играем не ради фрагов, мы играем ради удовольствия. Отлично. Акмана грохнули. Это падло сколько нас пинало, скажем так. Так. Сволоту, всю сволоту надо выносить по возможности. Прекрасно, прекрасно. Грохнули его по-быстрому. И мы выигрываем или проигрываем? Я точно не могу сказать. Но, судя по всему, мы выигрываем. Вроде бы. Но у нас противники хорошо контейнеры тырят. Что мне совсем не нравится. Давайте поздороваемся с ними. Что-то запись вступила. Так. Сволочи, почему не зацензурили канала? Твари такие, взяли, зацензурили все, что только можно. Подлюки. Какие подлюки? Только подумайте, а. Ну ладно, ладно. Мы продолжаем двигаться в сторону вражеской базы. Не очень все перспективно, как могло бы показаться. И вот теперь тут мы сейчас пойдем. Тут самое лучшее место для того, чтобы кого-нибудь отстрелять. С тыла, так называемого, зайти. Вообще шикарно, по-моему. Падла. Падла такая. Не получилось. Не получилось ничего сделать. Сволочь. Сволочь. Никак иначе, блин. Вот такой шикарный маневр был. Вот. Ну их так все просрать. Почти что на ровном месте. Так, прекрасный Акман, который тут гулял, как всегда. На чужой базе был прищучен. Беспощадно и очень-очень быстро. Чему я рад, рад. Па, это кто это? Грену кинул. Какая-то тварь там гуляет сверху. По разрушенной школе-то. Так. Ну-ка, 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 ну-ка. Давай. Оу! Сучара. Сучара какая-то. Так, мана. Просто. Не, по фрагам мы просто в жопе. Самой натуральной жопе. И это не ругательство, не мат, это констатация факта, к сожалению. Причем это так, но все время как-то быстро появляется так. Беспалевно. Беспалевно появляется резко-резко. Но мы сейчас готовы к встрече с ним. Иди гуляй. Сотлер. Сотлер, так, прекрасно, дальше. Прилюки к нам на базу намерились ходить. Нет, так не будет, так не будет. По фрагам мы, в принципе, сравняли счет. Что мне нравится однозначно. Это плюс. И теперь мы не будем так быстро к ним туда топать на базу. Мы вот так вот пойдем. Мы пойдем вот так вот сходим. Так, я узнал, что я днище. Окей. Так, у нас патрон совсем почти не осталось, поэтому надо аккуратненько их использовать, остаток. Потому что в запасе у нас ноль.
Вот, супер. Один тут забаговал. Один забаговал. Можно... Можно в него попробовать. Окей. Окей. Так. Они просто, если будут стрелять, они будут стрелять по своему напарнику, получается. Вот это круто. А ножа, получается, здесь нету, да? Никакого вообще. Даже грены нету. Ну, блин. Говняно, говняно получается. Говняно. Оу. Да собака. Главное, вот этот начал двигаться, который на месте залип, да? Только таракары стрелять начали, блин, вот это жопа. Было бы весело, было бы очень весело. Ну, с патронами, конечно, разработчикам надо поработать, потому что они заканчиваются, как правило, очень быстро и не вовремя. И это не круто, это совершенно не круто. Такого не должно быть, нафиг. Нафиг, правда же ведь? Правда же ведь? Окей. И... па-па-па-па-па-па. Повезло, тут никого не... Сучара. Хедшот поставил. Надо и мне тоже целиться в голову по возможности, потому что хедшот — это верный путь к победе. Самый верный путь к победе. Ну окей, мы теперь знаем, что там есть падла. И у нас база опять стырили ящик. Ты только подумай, а. Вон она, сволочуга такая. Блин, еще попробовать добежать до туда. Теперь. Сложно будет до тут добежать, но я постараюсь. Понятно. Ничья получилась. А, нет, чья получилась. Блин, сложно, сложно. Вот собирался же ведь я наказать того засранца, который ящик стырил. Но нет, не получилось. Отлично. Ликвидировали мразоту, бля. Ой. То грена, то еще что-то. И причем мы позиции начинаем сливать потихоньку. Это не совсем мне нравится. Это не вариант. Это совсем не круто, нет. Ладненько. Давайте мы попробуем откуда-то вот отсюда выйти. Надеюсь, будет шикарный. Шикарной идеей. Буханочка, привет. Так. Что за фигня вообще происходит, я не понимаю. Просто в мясо, в щи. На ровном месте. Вообще на ровном месте. Нет, мне это определенно не устраивает. Такое положение вещей. Отлично. Засранец. Думал, сразу несколько фрагов получит. Как бы не так. Никто не позволит такой роскоши. Я думаю, может мне легкую броньку себе приодеть еще, чтобы персонаж как бы мог у меня бегать, получается, на дальней дистанции, то из-за крутой брони мы бегаем очень медленно. Что совсем не тема. Это откуда прилетело? Кто мне расскажет, кто подскажет? Мы почти выиграли. Надеюсь, успеем. Ящики я не таскаю, потому что мне это не нравится. Слишком уж медленно. Да и по-хорошему, чтобы эти ящики таскать, всегда нужен напарник. Напарник, который поможет, который прикроет. Так, тут кто-то есть, что ли? А если сюда пойти, мы тут еще ни разу не были пока что. Так, там пусто, никого нету, не густо. А, ну матч закончился, время, все. Время вышло, так сказать. И что у нас будет тогда? Какая будет статистика? 10 штук заработали. Это очень круто. Так. Шанс выпадания 95%. Получили РПД. Или РПД может появиться. Не знаю.
Что ж, друзья, давайте мы тогда на этом серию завершим. Надеюсь, она вам понравилась так же, как и мне. Ставьте пальцы вверх, добавляйтесь подписчики. Всем спасибо за внимание и пока.